Съемка пошла. Угу. Итак, значит, вот эти вот соринка. Так. И вот это второе дерево тоже не сгонялось. Поехали. Уже года три, я не знаю. Поехали. А брал пятый микрорайон? Вот смотри, у тебя здесь, вот видишь? Да, да. А, это надо снимать-то тебе. Сможешь на меня направить? Конечно. Давай, направляй. Потому что я не смогу и снимать, и это, и мерить сразу. Просто направлять, ничего не делать, да? Это, вон туда чуть отойди. Но далеко от меня нельзя отходить, ничего не будет. Я мешать. понял, ну. Так, вот оно что получается. Ну. Вот это вот гипотогенная зона. Угу. Вот это гипотогенная зона. Угу. Это чисто. Это нормальное дерево, ага. Оно растет, оно даже яблоки дало. Даже два яблока дало. Угу. Ладно. Так, ради чего я все это меряю? Угу. Надо чуть выше, а то мне живот показывает. Угу. Не на живот, а чуть... А, ну на рамке. Вот. Я понял. Ну. Ладно, теперь. Здесь очень плохое место. Рамки крутятся, видишь? Ну понял, лучше пересадить, да? Эти... Может получится? В принципе, они никогда не будут жить. Что у тебя самое главное? Ты посадил в яму. Я, нет, не в яму. Ну не в яму. Вон корневая-то. Не в яму, нет. Я имею в виду, что у тебя... Вот шейка. Вот шейка. Не в этом, в заглублении, видишь? Вот шейка. А это специально поливать или шейка? Вот шейка. Вот шейка. Вот теперь у тебя все это сгниет. Показывай. Ну. Мой палец. Все это сгниет, уже гниет. Угу. Вот смотри, я ничего не выдумываю. Смотри. Угу. Это что? Это, по-твоему, корневая шейка? Смотри сюда, направляй. Угу. Вот. Угу. Яблони самые прочные на свете. И все равно, даже угу. Вот это вот углубление, это смерть деревьев. Спасибо, что это пустил меня на свой участок. Это нормально. Давай еще вот сюда, пусть все видят. Это... Я это не придумал. Угу. Я это не придумал. Смотри. Угу. Это... Вот она. Как она будет расти? Она у тебя, смотри, скукожилась. Угу. Она прекратила рост полностью. И болеет. Она выбросила побеги. Угу. Это не побеги, а эти... Плодовые почки, угу. Успеть дать урожай и умереть. Все. Вот это хорошо. Эти обрезал больные. Значит, два пути. Здесь, во-первых, гипотогенная зона. Ну, но они хотя бы бывает плохо растут. Но ты еще умудрился усугубить вот этим. Я посчитал, что я не глубоко посадил сюда. Это ты считал. А вот эта яма классическая, я их называю смерть деревьев. Вот это вот. Вот поверхность. Вот поверхность. Да, но вот этот бордюр-то. Теперь смотри. Спасти ее невозможно. Она мертва. Фактически. Ну, то есть она как живой мертвец. Но на будущее, если такие у тебя есть, угу. Вот тут прокапываешь канал. Угу. В принципе, желательно вообще все это убрать, чертовой матери. Ну, сделают. Да. Так, теперь ради чего я пришел.